В прошлых сериях проекта «Втопим» мы знакомились с газифицированным Ханты-Мансийском, сравнивали работу котельных, изучали транспортную систему северного города. Сегодня побываем в знаменитом природном парке. Ты просто едешь по лесу, едешь вокруг лес. Встретимся с экоактивистами и узнаем, как в городе Газа поступают с отходами и почему богатая лесом земля страдает от эрозии. Когда бывают сильные ветра, деревья, в общем-то, падают. Ханты-Мансийск расположен на 7 холмах. Мы как шутим, местные жители, что нигде такого нет. У нас деревьев больше, чем людей. Когда туристы приезжают в Ханты-Мансийск, их возят на канатку, к мамонтам, это местный археопарк, и в знаменитый лесной массив Самаровский Чугас. Он обнимает город еловыми лапами. Ну, прямо в лесу же расположено, вы же понимаете, да? Здесь раньше и не было ничего, здесь только лес был, потом пришел человек в 30-е годы. При этом вот стараются не трогать особо природу, поэтому вот мне, например, от дома до леса 10 минут пешочком, прогулочным шагом, и я окажусь не в парке, а в лесу, настоящем, вековом. Самаровский Чугас – особо охраняемая природная территория в Междуречье, Иртыша и Абим. Общая площадь – почти 7 тысяч гектаров. 420 из них – это первозданный кедрово-еловый лес. А еще урочища и острова, где проживают 53 вида краснокнижных животных. Ханты-Мансийск находится вот на неком таком действительно острове, когда вокруг вода. То есть наши реки сибирские, действительно, реки полны рыбы. То есть это наше второе богатство после нефти и газа. За последнее время, за пандемийные годы, увеличилось количество животных. И в Ханты-Мансийске очень много выходит лис, даже лосей в город непосредственно. Внешне и по значимости Самаровский Чугас близок нашему нацпарку Столбы, только в разы меньше, и в северном городе нет скал. Вокруг Ханты-Мансийска много болот и родников, тропы к ним обустраивают силами администрации. Глава Ассоциации природоохранных и ресурсоснабжающих организаций Югры Евгений Печерица рассказывает, в 2018-м в составе группы мониторил местные родники и случайно нашел одно из старейших деревьев округа. Здесь у нас находится сосна. По расчетам, которые провели ученые, возраст сосны кедровой сибирской более 300 лет. Обхват ее ствола на высоте 1,20 м составляет 3 м 27 см. В высоту более 50 метров. Внесено в книгу старовозрастных деревьев России. Был присвоен статус памятник живой природы. Мы этому очень рады, что у нас такое дерево растет. Когда ветер, если прислониться к дереву, то слышен какой-то, ну, такой определенный звук, как камертон. Вы, кстати, встали именно там, откуда можно сделать вообще отличную фотографию. Сейчас активисты ждут решения комиссии Совета Федерации, чтобы установить у ствола информационную табличку. Все подобные деревья изучают сотрудники парка. Каждый экземпляр с координатами вносят в базу данных и ставят на учет. Казалось бы, в таком зеленом округе не должно быть экопроблем, но у Югры свои законы природы. Город и холмы хорошо продуваются, это спасает от транспортной загазованности, но приводит к оползням и оплывинам. Так называют съехавшие, например, под тяжестью снега слои земли. Довольно-таки равнинная местность, и ветра в отсутствие вот тех вот самых деревьев, которые укрепляют непосредственно 7 холмов наших, да, они удерживают, предотвращая от ветровой эрозии, скажем так, от водной эрозии. Маленький слой с почвенный плодородный, поэтому деревья имеют корневую систему поверхностную, и когда бывают сильные ветра, деревья, в общем-то, падают. Плотное соседство с богатым лесом местных почему-то не расслабляет. Город продолжают озеленять, рассказывает тележурналист Александр Калачев. За каждый ствол борются не только активисты, но и обычные прохожие. У нас есть проблемы, но у нас же люди, у нас очень неравнодушные люди. Если люди видят, что спиливают дерево, моментально мини-митинг, выясняют, что, почему. Арену Югра у нас открывали, возле нее шикарный березовый скверик получился, а когда-то там просто было пустое место. Всегда самая как пышущая жизнью грядка. Вот в одном из двориков на месте пустыря вырос миниатюрный общественный сад. Проект называется «Сад 6169». Это координаты. Ханты-Мансийск географически находится в месте пересечения параллели и меридиана. Создание зеленой зоны инициировал крупный бизнес. Город предоставил участок, проект получил международную премию, а жители – многофункциональное пространство с грядками, ивами и амфитеатром.
В начале каждого сезона мы раздаем эти грядки организациям, семьям. Закладывали такую философию народа Ханты и Манси. Это люди, которые проживали и проживают до сих пор на территории округа. Их одна из основных ценностей – это забота о месте, в котором ты живешь. У нас здесь нет ни дворника, ни уборщика. Это мусор, полив. Все это ложится на самих горожан. Что самое, наверное, важное, нет у нас совсем вандализма. Поначалу было очень трудно. Был большой вопрос с графиком вывоза. К более-менее грамотному сбору мусора в Ханты-Мансийске шли не быстро и запинаясь, признается член общественной палаты Югры Александр Тарасенко. Раньше за вывоз отходов отвечали сами управляющие компании. А когда пришел рекоператор, начались проблемы с обратной связью. Первое время не было диспетчерской службы. Сейчас на каждом мусоровозе система ГЛОНАСС. Жители видят их перемещение. А год назад рекоператор начал устанавливать экоцентры по сбору вторичного сырья. Проект назвали «Югра собирает». В прошлом году 27 тонн так, собрали разных газов. Бумага, пластик, так, стекло на возмездной основе. Ну, как раньше в советское время было. Приходишь, сдаешь, получаешь деньги. В городе открылось предприятие по переработке пластиковых отходов. С них делают тротуарную плитку, бордюры. Я думаю, что в будущем мы ничего вывозить не будем. И будем все сами сортировать, перерабатывать и выпускать продукцию. У нас еще, собственно говоря, рехоператор сейчас постепенно на себя начинает брать полигоны, где утилизация идет, приводит их в соответствие. Есть нюанс. За экоподход к мусору ханты-мансийцы стали отдавать больше. Сумма в платежке выросла почти в 3 раза, говорит Александр. Но люди видят, за какую чистоту платят. А вот проблема полигонов еще актуальна. В интернет-активисты выкладывают видео с гигантской свалкой где-то в 20 километрах от города. Именно на границе с лесом идет война волонтеров за чистоту. Станислав 4-й год организует субботники. Привлекает молодежь, семьи. В лесной рейд выходит по 15-20 человек. За 4 года в акциях приняли участие 300 жителей. В лесу всякое находим. Внутренний туризм здесь не имеет очень хорошую инфраструктуру. Люди ходят хаотично, кто-то жгет костры в лесах. Представили в лесу бесплатные мангальные зоны. Но за годы эксплуатации они уже такой не очень хороший вид имеют. И люди, то есть отдыхающие, там, часть людей мусорит. Администрация, она помогает с вывозом мусора. То есть все, что мы собрали, нам не нужно переживать, кто это вывезет. Там пакеты можно у них попросить. Еще одна боль активистов – уборка снега. Служащая организация, когда чистит снег, заваливает их законные парковочные места, тем самым отучая их от нормальной парковки. Инспекция по дворам показывает, почти как в Красноярске, высоченные кучи забивают проезды. С одной разницей, в Хантах снег белый и его в разы больше. По словам жителей, сейчас это почти единственная коммунальная беда в городе газа и чиновников. По нашим ощущениям, Ханты-Мансийск – зеленый, компактный, без угольного отопления и с бюджетом в 12 миллиардов, начищен до блеска. Дышится здесь и правда по-деревенски. Когда ты с аэропорта выходишь, только ты в целом попадаешь вот в эту в лесную зону и сразу чувствуешь себя как-то свежо, как-то широко. При этом город очень низкий, у нас особо нет высоких построек, но в целом ты чувствуешь какую-то широту здесь. При его низине есть широта и ощущение, свободное какое-то, свободного дыхания. Сравнивать Ханты-Мансийск с другими городами страны вообще бессмысленно. То, что в принципе у нас появился такой город, это должно было совпасть много разных обстоятельств. Город как будто нереальный, полусказочный, сошел со страниц книги про светлое будущее. Мы честно хотели пообщаться с прохожими, чтобы они рассказали нам о жизни в своем городе, но люди как-то сторонятся, и, видимо, счастье любит тишину. Либо мы предположили с оператором шутку такую, что каждый житель изначально подписывает документ о неразглашении, лишь бы жить в таком уютном и комфортном городе, как о нем все говорят. Это были серии проектов «Топим» из Ханты-Мансийска. Для вас работали Анастасия Цыганова, Андрей Ткачук. Новости Прима.